Я хочу поговорить сегодня о светской жизни на корабле. Вот что мы делаем на лайнере. Я это говорю для своих друзей. Я рассказываю о своем опыте для своих друзей и для единомышленников. Вот представьте себе, вы попали на лайнер. Или вы попадете на лайнер. Обязательно когда-нибудь попадете на лайнер. И как там проходит светская жизнь? Что люди там делают? Сидят. По моим наблюдениям, из того, что я замечаю в наших путешествиях, я почему-то мне кажется, что столики в ресторанах дают в зависимости от кают. Вот сколько стоит у тебя каюта, и приблизительно одинаковые люди с теми, с кеми ты будешь сидеть, имеют такого же плана каюты и такой же цены. То есть в центре шикарного ресторана за центральным столом, я думаю, будут сидеть люди, которые имеют какие-то очень дорогие люксовые каюты. Я говорю, конечно, о том случае, если вы хотите, чтобы вы были в обществе, вокруг вас было это общество, и чтобы вы к ним принадлежали этому обществу. Как цветочки на клумбе, так и люди в ресторане. Когда светская жизнь на корабле, то это выглядит все точно так же, как вот здесь. Люди в ресторан одеваются, люди любят одеваться красиво. И ресторанная жизнь зависит от того, какой дресс-код сегодня вечером. И если это дресс-код какой-то там black tie, то это значит, надо быть одетым очень нарядно.
недель вы будете сидеть все время за одним столом и с одними и теми же людьми. И, конечно, нужно к ним привыкать, к этим людям. Конечно же, в конце уже вы все передружитесь, вы все будете знакомы, вы будете очень хорошо знать привычки друг друга. Может быть, они откроют перед вами их какую-то личную жизнь, но может быть и нет. Некоторые могут фантазировать, а некоторые просто никогда вам ничего не расскажут о своей личной жизни. И вас будет обслуживать все время один и тот же waiter, то есть этот официант. Все время один и тот же официант. Конечно, немного нечестно сидеть все время за одним и тем же столом и все время с одним и тем же официантом и все время с одними и теми же людьми. Но такие правила на этом лайнере. Мы прежде чем покупали тур, мы узнали правила, какие там существуют правила. Можно, конечно, лавировать. Например, когда был день рождения у Олега, мы не захотели его встречать с чужими людьми за столом. Мы решили уединиться, и мы пошли в итальянский ресторан. За день до этого мы предупредили нашего официанта, что мы не будем на ужине, потому что мы уходим в другой итальянский ресторан. Он сразу забеспокоился, расстроился и стал говорить нам, что «А что я вам не понравился? А что я для вас не такой хороший? Почему вы уходите? У нас все есть, у нас здесь лучше, чем в итальянском ресторане». Ну, мы посмеялись, так заулыбались и похихикали, сказали, что «Да нет, мы просто хотим попробовать итальянский ресторан». И день рождения Олега мы отмечали совершенно в другом ресторане. Он не был бесплатный, ну, конечно же, потому что это день рождения. И мы объявили там, что это будет у нас юбилей, 50 лет ему. И нам там устроили в итальянском ресторане просто фейерверк. Просто необыкновенный для нас сделали праздник. Это просто чувствовалось во всем, как они нас обслуживали, как они приносили нам блюда, как они зажгли свечи на пирожном. Это, конечно, было очень-очень трогательно все.
Thank you.
чтобы не сидеть все время с одними и теми же людьми, нужно проситься. Нужно просто подходить к менеджеру днем и говорить, что я хотел бы перейти за другой столик. Они начнут вам говорить, а что, вам что-то не нравится, вам что-то не так, кто-то вас обидел, или этот ваш официант что-то с вами сделал не так. Нет, просто хочу перемен. Вот мы с Олегом подходили к менеджеру и говорили, мы хотим на ланч, чтобы нас посадили за самым центральным столом, и чтобы мы сидели только вдвоем за этим столом, нам никто не нужен. Мы хотим вдвоем на ланч, в центральном зале и за самым красивым столом. Никаких проблем, нас сажают. Вот все наши прихоти, все наши условия, все капризы, которые мы хотим, все нам, нас ни разу нам не сказали, нет, мы не можем этого. Thank you.
Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова